Первое, я сказала, что мы впервые внедрили стимулирующий компонент, дополнительную заработную плату, да, даем. Еще одно новшество в рамках государственной программы «Саламатты Казахстан» сейчас на каждого врача общей практики 3 медсестры. Значит, на одном участке один врач, 3 медсестры. На каждого педиатра, участкового и участкового терапевта по 2 медсестры. Мы усилили врачей, чтобы врача освободить от ненужных функций, писанины, там, например, тот же пропагандой, разъяснительной работой. А сейчас этим будут заниматься уже медсестра, обученные, и будет возможность другой медсестре работать на участке подольше, подворовые обходы, разъяснение на месте, выявление, наблюдение за семьей, да, какие проблемы. Также мы участковых врачей усилили социальными работниками и психологами. Социальные работники выявляют людей, которые попали в жизненно трудную ситуацию, им оказывают еще медик социальную помощь. Ну, кому лекарство нужно, кому-то какие-то документы надо оформить. Дома, стационар на дому помогает медсестре, тяжело больным, детей, трудным подросткам, детям, которые имеют ограниченные возможности. А психолог активно работает также вот с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию, с подростками, если по репродуктивному здоровью, по профилактике сиротства. Очень много вопросов, когда сейчас разгружается врач и больше внимания человеку, семье. Потому что уже на один участок работает уже сколько медработников. И уже получается целая группа работает. Это называется мультидисциплинарный подход. В таком направлении будут оказываться медика, наша санитарная, первичная помощь медицинская. Она называется социально ориентированной, можно сказать. Можно говорят, пациент ориентированный. Но чтобы достучаться и понять каждого гражданина по всем проблемам, потому что любые проблемы потом приводят к срыву здоровья.